Поздравляю тебя с этим сухариком, как говорят вратари. Насколько сложно было стоять свои ворота в неприкосновенных? Ну, в принципе, моментов было не очень много, всего два опасных. Ну, мне очень повезло. Я просто повезло. 75-я минута, соперник атакует, и вдруг, или даже не 75-я, 83-я, и вдруг выход чистый один на один, большие ворота перед тобой, нападающий с мячом. Как тебе удалось отразить удар? Ну, это получилось как автоматически, наверное. Я не знаю даже, просто я в этот момент, у меня все отключилось, и уже действовало как бы тело. Можно сказать, сработали инстинкты? Да, да. Ну что ж, поздравляю и желаю тебе продолжить свою сухую серию в последующих матчах. Спасибо большое.